Привет из солнечной Одессы. В мясном корпусе рынка початок широкий ассортимент продукции. Продавцы всегда любезно расскажут и подскажут, какое мясо к какому блюду лучше всего выбрать. И сейчас специально для зрителей программы «Твой день» я буду все это узнавать. Сейчас попросим Алену, чтобы она рассказала нашим зрителям, что же происходит с ценами на курицу. Цена на курицу после Нового года стабилизировалась и держится на уровне. Четверть куриная домашней курочки у нас 94 гривны 90 копеечек. Филешка куриная 138. Фарш куриный без добавления шкурочки 118 гривен. Фарш филейный 138 гривен. И сейчас Владимир нам расскажет, что же происходит с ценами на мясо. Ну, телятинка чуть подорожала, свининка чуть-чуть подешевела. 170 гривен антрикотик. Грудиночка 140 гривен. Задняя часть 250 гривен. Свинка, красавица, шейка 160, задняя часть 130 гривен. Ребрышко 130 гривен. Лопаточка 120 гривен. А теперь мы будем узнавать, как же правильно выбрать мясо, Владимир. Правильно выбрать мясо, наверное, самое простое. Это докоснувшись до мяса. Мясо свежее, оно всегда дышит. Вы дотронулись, мясо возвращается, набирает воздух свой. Что телятина, что свинина делает то же самое.